Развитие двустороннего сотрудничества в научной и инновационной сферах, а также установление новых деловых контактов – основные темы белорусско-корейского бизнес-форума, который сегодня проходит на площадке научно-технологического парка БНТУ «Политех». В центре внимания участников – национальные программы двух стран, в которых приоритетными направлениями являются продвижение технологий и наукоемкой продукции на внешние рынки. На форуме запланирована презентация инвестпроектов обеих стран. Также пройдут дискуссии по темам нанотехнологии и биотехнологии. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» презентуют завтра в Москве. Сегодня резидентами парка являются около полусотни компаний из Беларуси, КНР, России, Германии, Австрии, Литвы, США, Израиля. Объем инвестиций превышает миллиард долларов. О создании парка и преимуществах ведения бизнеса в нем расскажут в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Кроме того, на презентации в Москве будет представлена информация о международном форуме по сотрудничеству и региональному развитию в рамках инициативы «Один пояс, один путь», который планируется провести в Великом Камне в июле. Масштабная акция «Неделя леса» стартует в Беларуси 13 апреля. Планируется посадить порядка 20 миллионов деревьев. Также в лесных массивах и зонах отдыха уберут мусор, в порядок приведут и городские улицы, придорожные участки, обочины. Главная цель – привить бережное отношение к природе. «Неделя леса» пройдет уже в 12-й раз. Только в прошлом году 80 тысяч добровольцев посадили более 25 миллионов саженцев. We'll be right back.